вуза. Не поверил сеть идет, Блин, поэтому сейчас не в тренинг блин, идет. блин, блин. И О, другие люди о, соглашаются о. на стрим. Чё? Пошло. Ну все, включай там. А, у меня там в номере и так человек есть. Там уберут. Блин, прикинь. У меня только пошла ретрансляция, и я ее трубил. Прикинь, вот я зарачил так. О, все, все, отлично. Лагает жутко. Ну, а мы больше ничего не можем сделать. Лагает, это нормально. Да, лагает, это нормально. Потому что у нас на всю нашу аудиторию исходящая скорость 2 мегабита в секунду. И то, что мы смогли запустить 2 стрима, это какое-то счастье. Это великое чудо для нас. Да. Мы-то думали, что даже один будет проблематично. Ну, вот так. Сегодня достаточно интересный день. Пока начинаем с МЛУ, там вроде бы давали согласие еще Highlight с Lucky F. Рэди здесь! Я пешком пойду! Я пешком пойду! В это. Ты при ней будешь, она будет при тебе убираться? Конечно. Ну иди. Хотя... БЗ! Кидай голову. О, да. Чуть-чуть. Самое малое. Такс. Так, такс, такс, такс. Если шикарно, ладно. Лагов. Ну и хорошо так, сейчас мне только надо чатики вывести, чтобы я вас нормально так видел. Так. Надо остановить трансляцию. Микрофон вообще отстойный. Я вообще подумал, что тратит. Не, это просто какой-то грязный фаер столы двигает. Ой, а я что, даже не сменил? Сейчас я на Твиче даже не сменил название почему-то. Сильнейший лаги, это нормально. Потому что два стрима сейчас все еще в картоночке будут гамать. Стрим будет отличнейший просто. А, надо было написать шаблон. Сейчас я пока что камеру включу сниму. Так, все. На Твиче я даже изменил название. Нахрен мне реклама на Твиче. Так, подрубить вам музычку. Какую вам вчера ставили музычку? Как я ставлю? Сейчас, какую ты ставишь? Я? Зачем под черного легла? Чатик-то стрим круглосуточный, что я работаю? Конечно. 24 на 7. Просто... Что вы хотите... Тут какой-то у нас это... Что вы хотите сказать в своё оправдание? Телешоу! Как вы вчера так стыдно проебали? Там просто грязь какая-то. Как конца, алкова рядом. Один по стриму Валеска нашла. Если бы это не произошло, может, не принес бы. Не умирал. Теперь придется за Луцки болеть. Почему? Ну, потому что надо же, чтобы кто-нибудь обыграл Хэллайта. Да, что я пятерку поставил, чтобы Хэлл не победил. Да, Хэлл идет к победке. Кто сегодня? Лаки или Хэлл? Конечно, Лаки. Конечно, Лаки. Они уже очеркнулись или еще нет? Конечно, восьмерка Хэлла получше будет все-таки. А, не зачеркнулись? Они 8-6 начеркали? Да, ну он как бы стратежный, но Лаки как бы вообще мало выиграл. А Хэл как будто много выиграл. Хэл вообще выиграл. Хэл не любит восьмерку. Дело в том, что восьмерка в ней не так часто игра затягивается, как наши села. Лизард сам все равно тоже восьмерка. Лаки лучше переиграет Хэла затяжно. Да, дал. При ранней встрече может быть затягивается. Но все равно как бы шанс. Почему надо 55-45. Нет, а ты с кем? Я с Макиавелли. А.
реалити-шоу. Грязный геройщик 2016. Грязный фиш. Грязный фиш, да. Я сейчас, пожалуйста, посплю. А там это, Клопик в чате? А я ему хотел, я ему обещал бан. Ох-хо-хо-хо-хо-хо, как этот чат долбанный в окно выделить, как это можно? Чё? Воткнуть на 5 нажми баллов, снова. Вася? Возьми, нажми, вон, поп-аут. А, точно. Чё, смотрите, Мизраэль, получается? А, эти стримеры. Эти стримеры. Думаю, чатик немного потерял, что мы играли не стримились. Такая грязь была. Я видел твои телепорты. Они хрен играть с односторонниками. Там автор показал. Я что ли этого хотел, да? А чё, оппонент захотел? Естественно, я всегда играю за быстрых дорог. Я просто путался в этих односторонниках. Одна дырка, это вообще. Нет, тебе с таким опытом в односторонниках путался. Мне Костя понравился. С опытом никогда не играл. Я потестил. Вообще никогда. Я не знаю, как ты туда улетел. Я просто не играю с петушками, которые, ну, не заменяют их, вот, как обычные сезонки. И поэтому, откуда это могут взяться? Так, по игре я пока ничего не скажу, я даже не скажу, какой шаблон. Они говорят, очень похоже на Джебус, я так понимаю. Так это не... Это и есть Джебус. Так подземки нет, это не есть Джебус. Это Джебус, да. Что гадаете? У вас два стрима, что ли? Ну да. Да, два стрима. Рэйди, ты чё, уже с кем он был? Шаблон не умеешь различать. Ребят, а с кем он был? С Дёрти. С Дёрти играет. С грязненький. Не прикольно, башня Инферно. Башня Инферно? Грязь. И Амилу отдали. Ну, судя за Инферно. Ну, кто за Инферно играет? Угадай. Амилу? Ну. А кто за башню играет, угадай. Ну, Амилу, я думаю, выиграет в таком случае. Ну, отца по своим замкам. Чё там на память сохранили? А чё с захватом? А. А, всё, извиняюсь, мужик. 5 конс, просто какая грязь. Ты косячник. Смотри. Зефир, понимаешь? Просто. Вычеркиваем. Зефир, просто Зефир. Косячник. И Зеник. Я тебя сейчас тыкну. Что ты делаешь? Что ты, куда ты? Это скрин. А, это вчерашний-то конс? Да. Мы видели это дело. Грязные концы Амилу. Да. Я помню этот ржач. Санта, короче, там это вечером такой стоит и говорю, блядь, у Амилу там была раздана грязь. Он такой, типа, из серии. Ну, пример, приведи игру. Амилу это двигает мув. Раз конста такие все напряглись. Мув. Короче. Подвинки. Конц. Вот так вот. Сразу музыка заиграла, да? Тут такой ржач был. Он говорит, а, это они ржали. Вот на... Да. А просто думали, сколько ж там будет. Лёха, как, короче, тоже игрался. Такая наша. Такой прыгает. Такой пробежал очком у топа. Другим побежал очком у топа. Пошел, взял тази этим героем. Блин, шаги. Прыгает на туп другой. Еще у топа. Тебе показываем сейчас. Миша, тоже. Что ты скажешь насчет того, что здесь еще игунок зашел? Не слишком ли это грязно? Там не слышно в том конце. А, да ёмана мораль. Ох, эти стримы от Адмирала. Конечно. Адмиралиус. Адмиралиус. Где-то я наебал. Я вроде со стики не бухал. Ёмана мораль. Как это я не бухал со стики? А, я бухал за стики. Сидит такой что-то. В 2009 году. Вот это выделить? Я даже жил у него в общаге. Инста ответ от главного топ-стримера там. Да нажми три кнопки. Чё-то я сегодня вообще. Блин. В обед. После обеда. Вот так как. Спать хочется. Не так. Ты я проебал. Я заставил тебя встать, потому что надо было идти есть. Ты кого заставил? Так, я сейчас Мишу просто стримил. Мизра. Где? А он и был. А, он и был. Мы Мишань стримим.
А мишень это с кем? День волосатых играет. Асави. Хелски. Два победителя. Сладкий играет. Точно. Подожди. Лаки не проигрывал, да? Чуть не гадал, что он будет там как-нибудь выйти. Пала. Просто лучше. Я не могу зайти в ВК и запилить к себе в группу анонс. Какая грязь. Да ёмана мораль. Что? Лол. Вот я рак. Новое рассказать. Ну да, впрочем, ничего нового. Такс. Сейчас, уну, момент. Я даже музыку вам не врубил пока никакую. Ну ладно, сейчас что-нибудь найду. Так. Never, Луцкий. Допускаем гуся-работяги. А ты можешь гуся для разобавить на своем чате? Нет. Что я делал? Я сам себя разбавил. А я могу. Нет. Ты чего куда-ли? Вообще, я в своем могу тебя забанить. А я в своем тебя. И много еще где могу. Ну так. Много еще где. Нашел чем угрожать. Марете ничего писать не будешь. Ох! У Стингера тоже, хотя очень. Воу-воу-воу. У Марете и Стингера, которые не стримят. Ты еще, может, ты еще у Бишопа, да? Да, кстати, у Бишопа еще. Как это, блядь? Трансляции, которые вы смотрели... Гусяблер вы... угрожает адмиралу без регистрации и СМС. Нет. Чё, мы смотрим... Это этот... Амилу Романти... Костя? Да. Детиплей? Да. Грязные девушки. Какие они же согласились? Давайте. Они были рады очень. Они же рады, да? Инферно на башню. Нет, на самом деле, Костя до этого с... А Костя вроде тут сыграл. На Палмом играл ли Джебус. Да. Я еще думал, я был Джебой не будет. Ой, какой Инферно карта, он Инферно башня. Они с откатом, нет? Без малейшего понятия. Это вопросы к Лизарду. Будет... Будет... Меня спрашивают на Дёрте? Я не знаю, кстати. Пока, наверное, нет. Ну, сейчас Дёрти походит, и я спрошу, можно ли... Гризи? Да, Гризи. Где? Инстабан! От РТР-55 инстабан Гризу. То есть, к тебе он пришел, а ко мне нет. Вот скотина. Так он понимает, где намазал. Вот можешь его забанить за это. Да, инстабан. Да, сегодня даже не стрим за... Сегодня грязь. Сегодня будем реально показывать игры даже. Ну порядок, на третий тут. Сейчас буду делать. Зачем? Зачем эта грязь?
А здесь вот, точно, я же кофеёчек закупал. Задержка? Ну да, на 3 секунды 10 обычно. Точно, чтобы кофеёчку бабахнуть. Потому что не дело. Ой, привет, Скорпи. А карданчик что-то там... А, уже обновили результаты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, уже обновили результаты второго тура. А третий тур... А, третий тур уже выложили? Да, уже третий... Ух, нифига, уже даже уже замками уже... Дёрти работает, дёрти... Дёрти пыжится. Вообще красавчики. Фак, 21-й. Дев. Да. Я ж не говорю, это очко. Ну и фреш на 20-й. А, фреш даже 16-й. Ты просто очко. А Кобра почему-то первый. Почему Кобра первый? Виндев. Изи. Резерв 15. А это, не знаю. А может быть это просто порядковый номер. Не о последнем жеребёвке вытащили просто. Ну, это просто равно очко. Последнем жеребёвке вытащили. И о последнем улетел. А, есть инсайт, инфа, до какого шаблона... Как до такого шаблона дочеркали, если как такую пару сгенерили? Ну, просто сгенерили вот так пару, а до шаблона они оба, в принципе, готовы играть Джебус. А какая разница, как они не начеркались? Ну, начеркались и начеркались. А, что я пью, что есть, то и пью. То есть... Все, что горит. Да. Вчера была водка и ягер. Еще пиво. Сегодня не знаю, что будет. Что-то как-то у тебя в чате скучно. А я сейчас ничего еще. Что бы там, ботов-то надо купить? Да я сейчас могу запуститься, сколько надо, скажите. Испортишь нам отбирать. Ой, Скорпи, я не испорчусь. Сейчас мы столько пойдем. Я не потопляем. В смысле, как это ты не испортишь? Знаете, как набирать публику? Берете тогу, берете блондинку, идете ко всем столам. Изи, да. Изи, зрители. Так, такого... Чисел Милу, я на ответ отжимался, утром пробежка, ну и, конечно же, турник. А Милу вообще какой-то неправильный. Он, ну, он как приболел немного, у него так же, как и у меня, третий день проблемы с горлом, но он вообще, он даже от текилы отказывается. Меня хоть Лизард хилит своим чудо-напитком по утрам, а вот Амилу что-то вообще никакой. Что-то выше творится. Хотя да, у Айвы мы так с ним хорошо выглядит. Это подожди, первый день. Начал? Текилки. И по дороге мы пока ехали сюда, он тоже здесь. Текилки. Он здесь, но он еще не проснулся. Блин, что у нас? Ура, но всеми пишешь, ради СНГ благодарна тебе. Немного нескладно, но в принципе понятно. Спасибо, Изом. Фреша уехал на пару дней, я на замене. Ну и мне теперь остается только что пить, стримить, пить, немножко катать. Изи решение. Так, видно, нам потому что он очень хочет победить. Мы поиграем 100%, видно, что он капец. А Милу уже победить не может. Он может занять только лишь... Второе. Ну да, призовое место. Если выиграет оставшиеся партии. Адмирал. Шо? Можно гуся, блядь, инстабан на твоем канале? Вот. Пришел инстабан. Ну, место разговора там. А его тут нету. Он просто не заходит. Такие... Да, а дёрти картинка грязные. Будет? А вот сейчас Дёрти доходит, я тогда узнаю. Надо, короче, крейзи зайти. Дёрти готов. Оно, я понял. Дёрти настроен. У Зефира там скучненько. Ой-ой-ой. Немножечко я тыкнул не туда. Я бы сказал, ты немножечко тыкнул не туда. Ну, я немножечко... Грязь. Грязь, да. Какая грязь. Власть.
Фалкон с кем играет? С Микеа Вейна, что ли, получилось? А нет, Фалкон. Не можете вести правильный образ жизни и правильно питаться. Вот и болеете, и будете болеть дальше, раз до сих пор не научились. Дайте что-то помешаю. Бла-бла-бла. А почему Фалкон с Кобрием? А, так это так и есть. Ну да, потому что Фалкон с Кобрием. Че ты хочешь-то? Чатик тебе вернуть. А вы по Лану Ким Юрим, что ли, хотите? Да, именно так. Да почему один за два? Чего так сразу? Конечно, нычек нет, но ничего. Ну ничего. Так это может быть. Нет, мне вчера полечили папским егермайстером микстуркой от горла. За копейщика. Не зря я потопил свою команду. Это был очень грамотный обмен. Когда кто-то говорит пикманы теперь, ну вообще не понимаю, что это такое. И только копейщики. Надо правильно называть. Там у Фалька было много ошибок. Да, конечно, у Фалькона было просто чуть ли не роковейшая ошибка. А, блин. Привет, Рэдди, я пишу еще туда, да. Опа, опа, коллега. Он что, логу не взял? У него два логиста. У него Гунар еще. Да я понимаю, а что он ложку? А, не взял. Гунар главный логист. В общем, я за игрой этой следить буду только в пол глаза, потому что у меня она вообще на четверть экрана. Да, даже, наверное, не на четверть, а на 1/6. И а мне очень еще раз, блядь, хреново все да, видно. Да, 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 мне какой-то, ну, блядь, неправильный сказал, Мэл, да. А вы милая башенка. Милая башенка? Да. Где всегда так написано, что он за башенку играет. Милая башенка. Без допинга куда не уедешь, неделю тяжело продержаться, как ни крути. Да, без допинга тут, конечно, проблематично. Но некоторые держатся. Ну да, Тога... А что Тога с шашлыками там нормально. Когда шашлыки были. Тога держится, на мой взгляд. Блин, тут вообще опять дверь не закрывают. Нормально здесь, а футболки сидят. Ну, что-то как-то... Адмирал что-то потеет, по-моему, и болеет. А можно я там это... Изи, вот видишь, Изи вообще так. Зашел, короче, на стрим Адмирала и кого-нибудь забанил явно. Так, кто? Могу себя забанить, вот на стриме. И разбанить. Да. Амилу. Амилу сам выбирал, кто у них там это по... Я думаю... Нет, я имею в виду, там, какая у них это... Может быть, чисто договорённость. А если они сгибили, нет, нет, ну это... По торгам-то что у них? Без понятия. Не в курсе, да? Так, а Милу с кем? Я держу. Ну нет, а чтобы это я смог. Не, я вообще жду, когда Лизард начнет. Сам с тобой, я буду показывать. Я просто не знаю, как дёрти подрубить. А так, открываешь просто Team Viewer, опции, Лансы, Денис. Ну так ты можешь это сделать? Лансы, Господи Иисусе. Какой же ты унылый. Стримы какие-то вообще, зачем это? Тяжелые решения. Проходи, ты настраивай. Или где настраивать будет? Он там. А там. Да, блин, записывайте видосы прям. А Милу дёрти. Вы Емилу и дёрти. Ну да. Я хочу на одном стриме Емилу и дёрти плеера. Сейчас Зефир настроит дёрти плеера, и тогда я думаю, буду показывать с двух сторон. Ну, кардан. Ну, будет сложнее, ну ладно, чё, я постараюсь. Ну, а если будет лень, то тогда просто вырублю кого-нибудь. Короче, есть инфа, соточка. Никто не понимает, что на самом деле
Там Fire to Sky картонки рубится с Хелом. Никто просто не замечает этого, а там, грубо говоря, блядь, самое интересное происходит сейчас у Хела. Он картонки на экране, картонки с Fire to Sky. Вот он где, блядь. Самое интересное. Пароль происходит. Какой? 74-72. Я думаю, кого мне надо было забанить на твоем канале? А, подожди, а он, получается, только один может подключить? А почему он меня в этом же подключил? Не знаю. Потому что ты адмирал. Сразу заплыл. Вроде не знаю. Не мой компьютер знает. Не, ну это топ-стример, понимаешь? А, да, там такой Израиль, но это сейчас переключу. Гризвольд изи бан. Лизард начнет катать. Я не знаю, буду показывать. Там каточка намечается, сам стрелять довольно-таки. Он где? Блин, слушай, у меня не получается двоих захватить. Или он на ГГ? Он на ГГ. Махать. Я тут. Так, а Милуй какой там был? Блин, а Милуй ходит. Блин, сори, народ, я немножечко накосячил. Хотя, может быть, и не получится. У меня не получается почему-то два тенгюра сделать. Ну, тогда будем смотреть только Амилуя. Ладно, сейчас Амилуй доходит, и тогда переключусь на него. Диктуйте ники сейчас на канале Hell Anarchy устрою. На канале Hell, а чё, Hell что-то хочет запустить? Ни разу я не слышал от него. Что-то даже не... вчера с Коброй как бы не запускал. Ну, он не запускал по другой причине, потому что Кобрей не хотел запускать. Что там в чатике пишут? Что в чатике? Вот инстабан Луцки F. Пришел Луцки F и изи бан. Ну, вот хэлэн их не сфере. Но они там это, лудоманят карту. Ой, лудоманы. Я понял, просто... короче, ты сейчас дождешься, это... когда Хэл отдаст Файтускаю, все. Амстер не появился еще? Что? Амстер не появился? Не звонили? Нет. Я сейчас боюсь, снова там на Кирилл. Ну где-то утра, он раньше ушел, чем я, на самом деле. Мы ушли одновременно, но я пошел купить. Раньше, чем ты? Не купить, Жень. Мы одновременно с ним ушли. Блин. Я пошел в номер, чтобы взять купил, а он остался. 4? Ну, 4 с копейками, да. Он остался спать. Жень. Я вернулся, еще немного посидел. Женя. Пошел спать. Но я сейчас Гризика мне приперся. Может, там жена на самом деле? Женя. Улегла его. Женя. Что? Не пойми, сейчас Хэлла дернут, он будет злым, блядь. На пусть лучше Хэлл дернут, папе задаст, и тоже там будет. Давай, до свидания. А все, вот там Хэлл начинает. Ну ладно. Начинает? Да. Кто-то не в курсе. Он без Луцки начинает. Да. Что-то в Твиче никого нету, я даже Гризвольда не могу забанить. Дай мне модератора, в конце концов. Нет. Что? Нет. Что? Модераторов не будет на канале. Что? Модераторов не будет на канале. У нас анархия. Кардан, я не буду... Рэдвай, ты можешь встать и уйти, здесь будет много крови. Я этого петушка за это... Я не дам здесь... Забанил. Я не дам зефирку в обиду. Как? Ты что, солидарен с ним? У тебя тоже не будет модераторов на канале? У меня есть модератор на канале. Вот. Я тебе об этом и говорю. Все, инстакол вышел отсюда. Ради просто не играет анархия. Как? А у меня в чатике настоящий. Я самый главный анархист. Анархист самый главный. Похилистый анархист. Ты тут тоги с годом расскажи. Тоги с годом. Господи. Тоги с годом. Нет. Израиль, да. У кого Джефф? Костя опять. Костя собирал Джефф.
Dirty Player играет там в соседний, короче, стрим. Милу с Dirty Player. Так, ладно, сейчас ждем, пока подходит Эмилу. Я просто не хочу к нему подключаться во время хода его. Никому не хочешь подключаться. Не получится сделать картинку с двух сторон, я так понимаю. Короче, Red White кривые руки. Называется. Сколько внес Кобра, чтобы получить фрислот? 3500. При том, нет, что... Там на самом деле уже все было достаточно погранично. Он должен был играть за Дирой, но они друг друга споили. По поводу анархии Тога доиграл. Нет, они с Лизардом так и не доиграли. Ну, потому что Тога до глубокой ночи играл свою партию. Мы с Лизардом вчера весь день, по сути, ничего не делали. У тебя там много гейми, что ли, задают вопросы? Да. Я просто сижу вроде как вот в стриме вдвоем, ты кем там разговариваешь. Так, блин. Че вам такого поставить интересного? Че вам такого поставить интересного? Поставь Таганат. Вам, в общем, нужна музыка? Или как? Или обойдетесь? Heroes Wolf, наше все, ребят, там как бы Dirty Player выкладывает очень быстро, там все есть. Онлайн турниры СНГ 2016 называется, ветка примерно. Как твое личное впечатление, то кто играл слабо свои расклады, да и в принципе нет. В принципе, нормально играл. Ну, конечно, были ошибки, но невозможно играть на СНГ безошибочно, потому что это СНГ, тут есть куча различных посторонних факторов. Ну, это офлайн турнир прежде всего, то есть, вот, допустим, Фалькон совершил вчера с Таганашем несколько ошибок, от которых Таганаш был сам немножко удивлен, скажем так. Если кто-то слышал это, то, ну, Фальком в итоге выиграл, несмотря на свои ошибки. Все решили, что, ну, просто Леша из-за усталости какой-то просто косячил на ровном месте. Так. Ну, в итоге выиграл. Ой. Так, сейчас переключаюсь на Милу и на нем останусь. Сейчас я переключусь на Амилу. Только надо посмотреть. Надо посмотреть. Амилу и не Амилу. 45-й он у нас. 45-й он у нас. Пойду я посмотрю сюда-нибудь в сторону неба. Ха-ха-ха! Привет, зомбяра! Да ёмана мораль! Так... Да ёмана мораль. Амилуй, не амилуй. Дождись, пожалуйста, нормального подключения. Работай. Работай. Так. Так, вроде норм. Фак, да ёмана мораль.
Вот, блин, знал бы прикуп, не отключался бы от Милвы. Да, а он обрывается. Почему обрывается? Не знаю, просто останавливается изображение и пишет, что все, и вот надо переподключаться. То есть тогда со второго раза, а вот сейчас вот что-то пока не хочет. Просто я думал двоих, а он не может двоих одновременно просто. Два окна. Короче, я только на тебе остановлюсь, сейчас только подключится и все. О, все, шикарно. Все окей. Так, теперь осталось настроить. Теперь осталось настроить. Амилуй у нас под кодовым словом Чижик. Чижик, Пыжик, где ты был? На СНГ он с Амилу бухал. Упс. 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 Шайсы. Что-то, видимо, проблематично будет немножечко выстроить сейчас. Так, то есть мне надо делать меньше. Мне надо делать меньше. Причем намного. Еще меньше. Вот так там идеально подойдет. О, привет, Севен. Ну, и состояние вполне жизнеспособное сегодня. За последние дни. Разбанить Гризи? А я не вижу, чтобы он был забанен. Зомби, наверное, его разбанил. Ну да, Гризи не забанен. Да ё-моё. Торгов не было в замке, кажется. Нет, торги были. Вот можно определить, что у Милу... Ой, какое качество говнище. Не знаю, как вы смотрите. Ну-ка. Интересно, хоть что-то видно? Ой-ой-ой, качество какое в говне каком. Просто писец какой-то. Пришел Амстер, они сейчас начнут... Вот это качество, просто папское качество. Пришел Амстер, они сейчас начнут с этим, с Лизардом. Так, надо что-то с этим сделать. Надо что-то с этим сделать, потому что качество вообще в говне, непонятно ничего. Что-то там шум умничает, блядь, на Твиче, какие-то, блядь, странные, блядь, называют. В юверы.